Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И тема сегодняшней программы – это таможня, работа таможни и перемещение товаров из границы туда и обратно. Гости нашей студии – Кашин Владимир Анатольевич, доктор экономических наук, государственный советник налоговой службы второго ранга. Варшавский Евгений Юрьевич, член Ассоциации политических и экономических консультантов. Абрамов Михаил Давыдович, президент экспертно-аналитического центра по модернизации и технологическому развитию экономики. И Цымбал Виктор Анатольевич, эксперт Национального антикоррупционного комитета. Евгений Юрьевич, вот сначала немножко цифр. В доходную часть бюджета за этот год было перечислено от таможни 4 триллиона 300 миллиардов рублей. За 9 месяцев 2017 года все равно получается меньше, где-то 3 триллиона 215 миллионов. В 2014 году 7 триллионов. Получается, что сейчас отчисления от таможни, доходы от таможни падают. Так ли это? И если так, то почему? Опять-таки, поскольку у нас передача в какой-то мере аналитическая, можно сказать, что таможня как система – это один из бюджетообразующих институтов государственных, он очень древний, с большой историей, соответственно, его роль именно как механизма не только пополнения бюджета, но и регулирования экономики, безусловно, очень велика. Особенно в нашей стране. Особенно, да, в нашей стране. Соответственно, положение в таможне – это один из индикаторов, не единственный, может быть, даже не главный, состояние экономики в целом. И если за последние годы демонстрируется устойчивый тренд на снижение, значит, в этом есть какие-то системные факторы, которые к этому приводят. И сейчас уже можно тогда поговорить и о цифрах в том числе. Соответственно, у нас мы отошли от централизации экономики. Экономика у нас частная. Это означает, что в ней нет и не может быть единого центра принятия решений, может быть только согласование, а со стороны государства регулирование. Один из механизмов регулирования – это таможня, таможенное законодательство, экспорт-импорт. Опять-таки, в силу того, что российская экономика, частная там и вся такая себя, она является частью ровно такой же по формату мировой экономики, соответственно, мы не можем рассматривать российскую экономику изолированной, соответственно, рассматриваем ее как часть чего-то большего. И, соответственно, таможня – это тот индикатор, тот механизм, тот регулятор, который как раз вот на границе этих сред находится. И, соответственно, по тому, что там происходит, можно судить в целом по экономике, чем мы, наверное, сейчас и займемся. И еще один вопрос, который меня лично по этому поводу интересует – то, что падение этих цифр свидетельствует о каких-то проблемах в экономике, это понятно. И конкретно по таможне можно сказать, что здесь проблемы двух видов, двух принципиально разных вещей. Это первое. Проблемы таможни – это проблемы экономики в целом, то есть как ее часть. И второе – это внутренние системные проблемы в самой таможне, которые можно опять-таки охарактеризовать как системные, поскольку государственная служба у нас сейчас, в общем, обслуживает интересы бизнеса, причем не любого, а исключительно крупного. Да. И, соответственно, любое государственное ведомство рассматривается как, в том числе, источник доходов для того клана, той группы, которая его контролирует. Потому что капитализм как система – это механизм адаптации рода племенного строя к современной глобальной индустриальной экономике. Замечательно. Плюс еще феодального и рабовладельческого. Да, это, в принципе, одно и то же. Владимир Анатольевич, действительно, вы согласны с такой точкой зрения? И таможня, да, экономика у нас рыночная, частная, но таможня-то – это государственный орган, и при этом, как почти все наши государственные органы, она достаточно закрытая. А с учетом специфики нашей экономики, деньги через нее проходят просто огромные. Не кажется ли вам, что мы, жители, граждане, не совсем понимаем, что там происходит в этом черном ящике? Вот давайте по цифрам. Здесь очень хорошо получается, как раз видно, это официальные цифры. По итогам 2016 года доходы федерального бюджета, администрированные таможенными органами, составили 4 триллиона и 400 миллиардов рублей. Значит, вроде неплохо, да? Теперь посмотрим из этих 4 триллионов и 4 десятых, да? Значит, НДС 1,762 миллиарда, 1 триллион 762 миллиарда. Акцизы 58
и 8. Значит, получается где-то миллиард 800. Значит, это и НДС, и акцизы, если посмотреть в налоговом кодексе, это налоги. Да. К таможне отношения никакого не имеет абсолютно. Значит, чистых доходов, которые приносят в бюджет таможня, это где-то около 600 миллиардов рублей. Это все. Ну, это же копейки получается. На самом деле, таможня берет налоги, а ФНС возвращает. Налоговая служба возвращает. Значит, если и на выходе получается вещи, почти ноль. Две вещи регулирования НДС по внешней торговле, они на ноль выходят. Mm-hmm. Значит, весь эта цифра, это почти 2 триллиона. Триллион 700. Это пустая цифра, потому что ноль на ноль. Понятно. Ввозные таможенные пошлины, можно говорить. Вкратце, да. 2 триллиона, очень здорово, да? Опять же, в основном это по нефти. Значит, экспорт нефти получает, экспортеры нефти при вывозе нефти за рубеж получают из бюджета возмещение НДС, тоже там что-то триллион с чем-то. Значит, получается, с одной стороны, таможня берет пошлину, а ФНС опять возвращает. Значит, бюджет деньги приходят и тут же уходят. Значит, в результате государство фактически ничего не получает. Не, ну мы деньги гоняем вперед. Да, дохода-то реально нет никакого. Михаил Давыдович, вообще на какие суммы, вот мы говорили о доходах, а на какие суммы Россия экспортирует, импортирует, какие суммы примерно проходят через границу? Ведь это же огромные объемы с учетом нашей экономики. И вообще огромные. Это можно посчитать? Значит, можно вот об этом сказать? По заказу Комитета по транспорту Государственной Думы в 2013 году провели работу, которая называется «Администрирование внешнеторговых грузопотоков». Mm-hmm. Вот. Ну и среди прочих материалов влезли в работу таможни и, так сказать, в работу нашей внешней торговли. Ну, во-первых, мы установили, что это по данным 2011 года, что 93% экспорта это у нас составляет сырье и материалы. Mm-hmm. А все остальное, там мы на втором месте по экспорту оружия, на втором месте по экспорту зерна и так далее, это составляет все менее 7%. Во-вторых, мы установили, что половина примерно экспорта и примерно половина импорта идут мимо кассы. Mm-hmm. Что это значит? Это значит, что по нашим данным, мы в 2011 году экспорт России составил 650 миллиардов долларов. Uh-huh. А импорт стран, в которые мы экспортировали, составил триллион и 100 миллиардов долларов. Из России? Из России. То есть, что происходит? Есть так называемая зеркальная статистика. Uh-huh. Значит, все данные об экспорте и импорте, они сообщаются в Организацию Объединенных Наций. Uh-huh. И Организация Объединенных Наций тупо на своем сайте вывешивает данные, которые представила Россия, наши данные ФТС, которые в отчете есть на сайте ФТС, и которые... То есть эти данные, там, грубо говоря, чтобы долго не вдаваться в подробности, они общедоступны. Они общедоступны. Правильно ли я понял, что мы экспортируем, от нас уходит вроде как на 650 миллиардов, а там а туда поступает на миллиард, на триллион с лишним. А вот где эта разница? Вот, например, в Соединенных Штатах сейчас уголовные, в 2015 году, значит, уголовное дело открыли по поводу того, что нефть покупают американские фирмы, то есть Ганвор покупает у Роснефти по дешевке. Швейцарская фирма Ганвор. Ну, швейцарская отделение, нет, да. Чтобы просто было известно, да. Швейцарская. Ганвор покупает, там фамилия не указана, да. По дешевке нефти, у Роснефти, а потом перепродает по рыночной цене, так сказать, туда. И, ну и получается разница. И получается такое. Американцы мы, например, в 2015 году поставили на 3 миллиарда долларов нефти, а они получили на 9 миллиардов. В Германию 10 миллиардов мы поставили, а они получили 27 миллиардов. Это ужас. Вот действительно, Виктор Анатольевич, вот есть данные, вот даже и у меня тут есть данные, что по ряду экспортных товаров вот это сокрытие, эта разница составляет от 30 до 70%. То есть мы видим не то, что там украли 3%, там чего-то в разы, но это же видно, есть статистика ООН. Но у меня такое ощущение, что этим просто никто не занимается. Эти деньги уходят, это уже даже не воровство, это система. Что это вообще такое? Ну ведь очевидно, вот отсюда ушло столько-то, а туда пришло намного больше.
Ну, как правильно сказал коллега, таможенные структуры, они выполняют несколько функций: экономическая, фискальная, защита интересов государства, и в том числе и сервисную функцию, которая предоставляет услугу для производителей, участников внешнеэкономической деятельности. Вот как раз, если мы говорим всегда таможня, таможня, а таможня — это большая достаточно структура, которая помимо самого таможенного комитета, то есть не с непосредственно, объединяет еще ряд околотаможенных структур, которые непосредственно обеспечивают как логистику, так и этот пресловутый сервис, вот, в том числе. Как раз вопрос говорится о том, что если мы говорим или о первой коррупции, или мы говорим о размерах взыскания таможенных платежей, это немножко две большие разницы. Если вы помните, за оптимизацию, в том числе и таможенных платежей, и налогообложения, в свое время сел один известный олигарх. Вот. Но, тем не менее, эта система и схема оптимизации налогов, она продолжается до сих пор. Как правильно сказал уважаемый коллега, продаем через офшоры, через внешнеторговые компании по одной цене с минимальной, обязательно стоит учесть, с минимальной прибыльностью, чтобы показать перед налоговыми органами, что вы ведете экономическую деятельность на территории Российской Федерации. А там уже реализуете по другой завышенной цене. Но это уже немножко другая история. Это с участием другие внешнеэкономические партнеры. А второй вопрос как раз о том, что коррупционная составляющая, вот в связи с этим, то есть те деньги, которые, как вы правильно сказали, закон сохранения материи в природе, то есть где-то убывает, где-то должно это пребывать. Значит, часть денег, мы уже сказали, осела за рубежом в офшорных счетах. Часть денег оно отдают предприниматели за ускорение или за сокрытие, за то, что таможенные органы закрывают на определенные нарушения глаза. А закрывать глаза есть на что. Если вы посмотрите прохождение оформления груза в России, это в среднем до 30 дней достигает одного контейнера, например. В Германии этот срок не более 7 дней, Франция 2 дня и лидер Сингапур, который в течение одного суток вы можете оформить эти все ввозные. А у нас 30 дней. Соответственно, и документы, чтобы ввести, вам надо не менее 10 позиций документов, чтобы вывести не менее 8 пунктов. Вот. Соответственно, Германия 4 документа, Франция 2, Сингапур тоже 2. Евгений Юрьевич, получается, что таможня, ну, как-то вот грубо придется выразиться, практически крышует такого рода деятельность. Я не говорю, что таможня зловредная, потому что объемы такие, что это чуть ли не государственная политика. Это раз. И мы поговорили об экспорте. Но ведь говорят, что и при импорте такая же ситуация. Сейчас, конечно, нет вот этих черкизонов, там всех этих ужасных рынков подпольных и каких-то там в огромном количестве ларьков, где это все реализовывалось. Есть вроде бы солидные торговые сети, а схемы-то остались примерно те же самые. Или я не прав? Нет, вы правы. Более того, я хотел бы развить ту светлую мысль, которая вот в выступлении всех моих коллег прозвучала. Коррупция – это проблема системная. Что это значит? Вот вы юрист по образованию, не дадите мне соврать. Коррупция по закону – преступление. Преступность и преступление – это девиантное поведение, то есть отклоняющееся от нормы. И в идеале при устранении отклонения система работает. И работает, по идее, лучше. Коррупция – механизм системный. Он предполагает ситуацию, при его устранении из системы, система в прежнем виде сохраниться не сможет. У нас экономика ориентирована уже очень давно на такую субсидиарную роль в мировой экономике. Мы в ходе борьбы за свободу уничтожили ряд отраслей системных. Чудом сохранили оборонку, ну просто потому, что это условие физического выживания, не люблю слово режим, но вот существующей системы власти. Теперь уж понятно, страны, что есть страны, да. Вот, ну и в том числе те, кто, в общем-то, получает здесь бенефициары нашей Родины, соответственно, они тоже нуждаются в физической защите, потому что в мире, как и в любом дворе, в любой драке, интересует только сила и более ничего. То есть, соответственно, механизм
ориентированный на вывоз всего ценного с территории, естественно, предполагает и то, что те, кто находится непосредственно на этой работе, видя на позицию собственных хозяев, действуют так же. И борьба с коррупцией до боли напоминает попытку глобального варья найти себе честных холопов. Вот, это, ну а каков поп, таков приход, поэтому задача, по-моему, в принципе, нерешаемая, и решаемая только сменой, собственно, хозяев. Ну, хозяев, к сожалению, в нашей, они, как правило, даже не русскоязычные. Тут принята попытка, в принципе, пытаются немножко решить эту проблему, конечно, не так вот глобально, как бы, допустим, хотелось бы или виделось бы в идеале, но... Допустим, наш в законодательстве уже, в том числе таможенный кодекс Евразес, то объединение, оно уже предполагает, например, переход на электронный документооборот. Но в том числе одна статья все равно 74-я осталась в исключительных случаях допускается бумажная. У нас каждый случай становится исключительным. Да, да. Евгений Юрьевич, но все-таки, если вернуться к потерям бюджета, вот. Уже сказали, что от экспорта они достигают это порядка 30-70%. Я с вами не согласен, это не потери бюджета, а чей-то очень существенный, я бы сказал, системный доход. Понятно, но это наши потери, наши как граждан. Вот как можно оценить потери и от экспорта, вот мы об этом уже говорили, порядок цифр называли, но и от серого импорта, ведь они тоже сопоставимы с теми же 30-70% порядок позиций. Безусловно, я еще скажу, что есть еще один класс потерь, который этой статистикой не учитывается, а он существует. При извлечении из работающей системы, например, из телевизора, какой-либо детали, вы не только наносите ущерб на стоимость этого резистора или транзистора, но и на ухудшение или прекращение работы системы в целом. Потому что исправный телевизор по странной случайности стоит дороже, чем неисправный. И потери от его неработы – проблемы системные. Поэтому каждый вывезенный, условно говоря, миллион долларов из страны таким способом наносит ущерб экономике минимум в 10, а может быть более раз больше. Мы это, собственно, наблюдаем. Мы, освободившись от балласта ненужного нам всяких союзных республик, которые нас объедали, объели практически до нищеты, вот мы потеряли в результате этого сброса балласта, ну, за счет разрушения системной экономики советской, мы теперь составляем 2% в мировой экономике вместо 25% советских. Владимир Анатольевич, ну а вы как бы оценили потери от черного серого экспорта, серого импорта? И действительно, получается, что они сопоставимы вообще с бюджетом Давайте страны по масштабам. Давайте вообще вернемся к фискальному эффекту от таможни. Да. Вот вместо 4,4 триллиона получается где-то 600 миллиардов, в 7 раз меньше. И это, на самом деле, разумная цифра. У нас до 45% в бюджете составляет доходы от таможни. А если взять развитые страны, на которые мы вроде ориентируемся, там максимум 1,5-2%. Но у нас все-таки сырьевая экономика, она ориентирована на экспорт. Мы идем в другую сторону. Да? Теперь смотрите. Значит, другой эффект. Значит, 600 миллиардов рублей – это где-то 10 миллиардов долларов таможня, всего чистого фискального эффекта. А сколько стоит содержание таможни? Это 72 тысячи работников. Это только зарплата. И плюс всякое прочее обеспечение. Теперь смотрите, мы не учитываем, сколько наша экономика теряет от наличия этих таможенных преград. Вот Михаил Давыдович не даст соврать. Мало какое предприятие может работать напрямую с таможней, должно взять таможенного брокера. Теперь, если мы хотим чего-то... То есть это косвенные потери? Это потери не от пересечения границы? Почему? Если мы говорим об очень экономическом эффекте, мы должны сказать, что есть барьер, он дает какие-то выгоды государству или еще кому-то, может быть, там частным лицам. И вот такой ущерб для экономики, для промышленности, скажем, или еще для кого-то. Мы должны сопоставлять и видеть, значит, куда идем, правильно или нет. Теперь мы хотим развиваться, значит, все... Примеры развития любой страны в послевоенное время, это идет либо с минимальными таможенными барьерами, либо с нулевыми. Значит, Германия, начнем, вот, скажем, с Японии и с Южной Кореей, они работали на экспорте и выросли на экспорте в послевоенное время. Значит, нулевая таможня для них. Значит, Китай сейчас всех догоняет, всех перегоняет. Начиналось с нулевых таможенных зон, где нулевые экономические, свободные экономические зоны, где нулевая таможня. Куда угодно продаете, куда угодно покупаете, таможня вообще не существует. Германия, значит, зачем она держит ЕС? Немцы
плакали, когда расставались с маркой. И им вообще, так сказать, не нужен был этот общий рынок. Им нужен общий рынок только для того, что там сколько, 25 сейчас стран, чтобы снять таможенные барьеры для немецкой экономической мощной технической промышленности, немецкой промышленности. Вот это нужно. А мы, значит, наоборот, немцы, значит, объединились, чтобы получить рынок своей промышленности. У нас промышленности нет, а мы тем не менее объединены. Какой смысл? Вот Казахстан, чтобы продавать сырье. Казахстан и Белоруссия с нами сближаются по одной простой причине. Хотят покупать наши энергоносители по внутренним ценам. Других причин нет. Других интересов в интеграции не существует. Если вы на каком форуме промышленников в России, на любой отрасли придете и скажете, какой у вас интерес в сотрудничестве с Казахстаном и Белоруссией? Скажут, никакого, нулевого. И, значит, самый последний момент я хочу еще обратить внимание, что если мы хотим вообще как-то, значит, выйти хотя бы на тот ритм движения вперед, значит, экономического развития, мы должны вот учитывать, что все развитые и развивающие страны, они работают в пределах абсолютно льготной или даже нулевой таможенной системы. Интересный момент. Михаил Давыдович, то есть получается, что таможня, она во многом работает на себя, что ли, так? И, может быть, наоборот, имеет смысл эти таможенные барьеры убирать и пытаться наполнять бюджет за счет других каких-то моментов. Ну, это не тема нашей передачи, да. Но, например, у нас плоская шкала подоходного налога. Да. Такого нет ни в одной развитой стране. То есть, посмотрите, во всех развитых странах высокий подоходный налог и низкие таможенные платежи. У нас все точно наоборот. Ну, в общем, я вот что могу сказать. Что у нас таможня – это такая же система, как налоговая система, как финансовая система, банковская и так далее. Все системы работают из рук вон плохо. Причем люди, которые там работают, они работают хорошо. Они выполняют свои задачи, они делают все что-то и добросовестные, и все. А вот так все построено, что полная бестолковость и полная безнадежность. Вот несколько таких вот примеров. Давайте. Вот, например, у нас, как сказал Владимир Анатольевич, в таможне работает 72 тысячи человек. При этом наш ВВП, то есть не ВВП, а наш внешнеторговый товарооборот составляет, по разным данным, от где-то около 500 миллиардов долларов сейчас. Там 430 есть, некоторые говорят другие, но неважно, около 500. В Китае в таможне работает 48 тысяч человек. Это в Китае, в котором полтора миллиарда населения. В котором 7,5 раз больше товарооборот, чем в России. И у них работает 48 тысяч человек. В Соединенных Штатах у них товарооборот в 10 раз больше нашего, внешнеторговый. При этом там нет таможенной службы как таковой. Там есть таможенная и пограничная служба. У них все одна служба. И в ней всего работает 56 тысяч человек. Причем они и сельским хозяйством занимаются, и проверяют, чтобы в Америку ничего там не поступило, чего не надо, и наркотиками, и охраной, и контроль иммиграции, и контроль иммиграции, все, 56 тысяч человек. У нас вот занимаются, и они так система построена, что они вот больше вредят. То есть они, получается, действительно сами на себя работают. Вот эта система огромная, затратная и достаточно эффективная, работает сама на себя. На себя и на избранных людей, которые, так сказать, вот сырье поставляют, это наиболее крупное. И всячески оббирают всех, кто там пытается чего-то такое сделать. Ну и поскольку, так сказать, все построено, что можно обмануть, то у нас вот мы проводили, когда вот делали работу эту, то у нас и импорт примерно половина. Легкая промышленность, там вообще 70% идет контрафакты, контрабанды. Ну, не знаю, в этом году сколько, а вот 2-3 года назад именно так было. Вот. Ну, замена от одной потом товарной позиции на рыбу, другую. Да, как раз. Рыбу, там, крабов мы вообще не вывозим. А главный импортный товар в Китае и Японии из России – это крабы. И интересно. Вот, на 100% идет мимо кассы. Да. И рыба в основном идет мимо кассы. Виктор Анатольевич, вот
вспоминаю 2009 год, но уже давненько это было, Владимир Владимирович Путин говорит, контрабанда – это отдельная тема, и борьба вроде бы ведется, а результатов мало, спрашивает у тогдашнего министра Нургалиева. Результатом должны быть посадки. Где посадки? Я ни в коем случае к посадкам не призываю, но тем не менее, вообще какая-то работа здесь ведется, ведь после этого таможенная служба была подвергнута серьезнейшей реформе, да и статью про контрабанду декриминализировали. Вот как-то это странно. Контрабанда есть, а статьи нет. Какая ведется в этом плане борьба? Да, понимаете, здесь как бы две такие тенденции. С одной стороны, как я уже говорил, вообще таможенная система – это система обеспечения экономической безопасности там, Российской Федерации. И, соответственно, она должна за гайки закручивать. Но, с другой стороны, есть система внешнеэкономической деятельности, есть система предпринимательства, которая для своего развития требует, наоборот, чтобы гайки откручивали. И вот эти как бы два процесса у нас идут вот во встречном движении, понимаете? Разнонаправленные. Вот они, вот эти разнонаправленные силы, и они как раз вот это и происходит, происходит борьба, значит, и, которую вы видите вот со временем. Значит, до декабря 2011 года, когда упразднили такую пресловутую, ну, 188-ю статью Уголовного кодекса, это контрабанда, привлекали к уголовной ответственности достаточно большое число предпринимателей, которые, в принципе, вся их вина была возможна даже в том, что они не оформили правильно ряд документов. А возвращаясь к началу передачи, вспомним, что у нас их порядка десятка документов, десятка позиций, которые ты должен запомнить, в отличие от того же, той же Европы, где от 2 до 4 позиций тебе надо иметь. Вот, опять же, правильно, как сказали, надо иметь таможенного брокера и тому подобное. Значит, по сути дела, их вина была только в неуплате таможенных платежей, то есть в какой-то ошибке, даже часто бывало чисто такой. Это квалифицировалось как уже как контрабанда, незаконное перемещение там, товаров через границу Российской Федерации. И пример уголовных дел, которые, в принципе, расследовались, а потом, впоследствии, или были переквалифицированы на неуплату таможенных платежей, эта статистика достаточно высокая. Вспомним те же известные и скандальные дела, это «Три кита». 98-й год, в свое время были крупные поставки мясных консервов там из Европы под видом произведенных на территории Российской Федерации, Калининградской. Вот. Ну и в дальнейшем это вот так называемые мясные дела, контрабандные, крупные, по которым в результате взятки были привлечены к уголовной ответственности ряд высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, да, вот, которые вклинились в решение вопроса. И вот эти как раз две силы, направления, они у нас борются. То есть, когда посмотрели, что результат, тяжело бороться с контрабандой, то есть, с одной стороны, коррумпированные сотрудники пытаются решать вопросы, с другой стороны, это сдерживает, допустим, развитие, упразднили, перешли на более упрощенную схему. Сейчас у нас только 4 вида контрабанды. Ну вот насколько оправданным вы считаете удаление из Уголовного кодекса контрабанды? Ну, по сути дела, контрабанду никто не удалял. Вот. А опять же, но она осталась по некоторым позициям. Неуплата таможенных платежей, она, опять же, ее просто немножко расширили. И в ее из 4 частей, в старших частях, 3-4, это, секундочку, тяжкое и особо тяжкое преступление. То есть там можно получить и вполне и свыше 10 лет лишения свободы по 4-й части. Вот. Так что, соответственно, особо это никуда не делось. Но, с другой стороны, изменились немножко формулировки для того, чтобы оценочные. То есть одно дело – это ошибка в уплате и оценка этой уплаты нужна. И, с другой стороны, оценка твоего мотивов, твоего поведения. То есть государство оставляет всегда лазейку для того, чтобы сказать, это контрабанда, а это, например, вот как в случае, как коллеги сказали про нефть, например, это не контрабанда. Это, соответственно, нет. Ну, Михаил Давыдович, давайте. Значит, мы вообще критикуем таможню, в общем-то, довольно-таки существенно. А вот что говорит сам председатель таможни, таможенного комитета. Беленинова в 2006 году поставили председателем, 3 года он там работал и все понял. И вот как он оценил таможню, так сказать, будучи уже в курсе дела. Вот 27 августа 2009 года в интервью «Российской газете».
Вот что он говорит. Все системные правовые документы в этой сфере принимались в годы, которые отличались правовым нигилизмом. Их писали умные люди, умеющие мыслить на перспективу. Они обеспечили безбедное существование не только себе, но и своим детям, а может быть даже и внукам. Недостатки в таможенном законодательстве, заложенные в те годы, хотим мы того или нет, позволяют как угодно трактовать его, что зачастую приводит к коррупции. И мы не только это видим, но и стремимся кардинально изменить ситуацию уже сейчас. Как экономист хотел бы отметить, что мы убили собственного экспортера и продолжаем его хранить. Евгений Юрьевич, ну а после отставки Беляниного и замены его на Булавина вообще что-то изменилось? Вот человек вообще хорошо безусловно, все сформулировал, тем не менее его... изменилось. У нас изменились конечные бенефициары этого уровня. А для нас, для граждан, что-то изменилось? Какая там разница? Ну а какие бенефициары изменились? Мы не будем называть конкретно. Зачем называть конкретных? Я тем более их по именам не знаю. Но в силу, опять-таки, род племенного характера нашего государственного аппарата, одна группа, соответственно, отобрала какой-то участок, приносящий интересные политические или экономические, или те и другие дивиденды, она, соответственно, этот контроль получила, а другая, соответственно, потеряла. Для нас, как для тех, кто, в общем, в эту систему так или иначе не входит, этот вопрос принципиального значения не имеет. Ну, можно на лавочке перед подъездом. Ну, вот смотрите, мы уже эту тему тоже подняли. Может быть, действительно имеет смысл поменять правила игры сами. В 2010 году таможня приносила половину государственного дохода. Сейчас, сейчас не надо, чтобы она приносила. Сейчас одну четверть. Может быть, действительно имеет смысл вот, пополнение бюджета производить за счет, например, каких-то внутренних налогов, за счет подоходного налога, если уж мы не можем заставить таможню работать эффективно. Если мы не можем заставить эффективно работать таможню, вопрос, зачем нужен хозяин, который не в состоянии управлять собственными подчиненными? Ну, у хозяина другое мнение на эту тему. Но тем не менее, может быть, имеет смысл... С одной стороны, нет, мы находимся в правовом поле и слушаем официальную позицию. Официальная позиция говорит о том, что у нас не в порядке с таможней, что, о чем свидетельством является попытка, значит, лишить свободы ее председателя. Значит, критика официальных лиц этой системы и тот результат, который мы наблюдаем, в общем, в целом по уровню развития нашей экономики сегодняшней. И, соответственно, в ответ на вполне закономерный, вытекающий из этого вопрос, а что-нибудь нужно делать, мы получаем ответ. Ничего делать не нужно, все и так хорошо, лучше нас никто не справится. Владимир Анатольевич, ну вот, если посмотреть отчетность сайта ФТС, за первое полугодие 2017 года, за первое полугодие, 298 уголовных дел. За аналогичный период 2016 года 247 уголовных дел. И вот цитату приведу тоже. Принимаемые руководством ФТС России меры позволили повысить эффективность работы таможенных органов по профилактике коррупционных правонарушений. Это действительно так? Сначала создается среда. Потом в этой среде вырастают уголовные дела, потом начинают заниматься. Значит, если уничтожить среду, то не будут расти уголовные дела. Слово не ходит так, здесь а еще, понимаете, здесь еще одна определенная неувязка с теорией. Налоговая теория говорит одну простую вещь, что всякий объект налогообложения должен облагаться один раз. Мы вот проводили в нашем центре расследование сравнительное типового промышленного предприятия. В Америке и в России. Значит, в Америке налоговое бремя в 5-7 раз ниже, чем в России. За счет чего? У них существует один налог на прибыль. Больше ничего. При нормальной экономической политике предприятие, которое получает прибыли и вкладывает в производство, оно платит нулевой налог на прибыль. Потому что прибыль идет в дело. И вот если мы эти вещи сравним, мы увидим, что если мы придем к нашему предпринимателю, вот один из них напротив нас сидит, мы увидим, что он настолько перегружен, значит, налогами, что он, в принципе, работать в реальном секторе не может. Я уже говорю, значит, во-первых, налог на прибыль, НДС, значит, налог на имущество организаций, таможенные пошлины и плюс еще наша банковская система, это тоже налоговая система. Тоже налоговую систему, потому что она настолько, значит, обременяет своими услугами стоимость этих услуг предприятий, совершенно что верно. Они работать не могут. И вот им, самое да, главное, сейчас я добавлю, очень важно. Самое главное – это вот что, что никому ничего не надо, а наши рекомендации никому не нужны.
И мы после этого еще 3 года суемся, лезем со своими предложениями. Ребята, вот у нас мы разработали рекомендации, которые могут дать бюджета от 13 до 16 триллионов рублей. Причем конкретно, вот на пальцах можно объяснить любому неграмотному человеку. А грамотному тем более можно объяснить, кто в курсе дела, всем по конкретным вопросам. Не надо, мальчик, не мешай. И ответ официальный ответ получает. Официальные ответы. Ну а как бы вы могли оценить степень эффективности борьбы с коррупцией в таможне? Вот я уже перечислил, сказал про уголовные дела. Вот недавний был случай, задержали начальника Псковской таможни со взяткой в 10 тысяч долларов. Мы уважаем презумпцию невиновности, никаких выводов делать не будем. Но, тем не менее, вот насколько эффективно в этой сфере идет борьба с коррупцией? Вообще она идет как-то? Или одна имитация? Вот как было сказано Михаилом Давыдовичем, что материалы готовятся, а ничего не нужно. На выходе ничего нет. А как уже коллеги уже сказали, особенно про то, что вот, уберите среду и не будет преступности. Вот в принципе, раз пока продолжается вот это движение и работа коллег не нашла своего творческого применения в реальности, значит, это кому-то нужно. Это всех, в принципе, определенным образом устраивает. А уровень коррупции в этой системе, ну, конечно, возможно, он уже стал значительно меньше в связи с тем, что некоторые виды все-таки оформления внешнеэкономической деятельности перешли в электронный вид, или же, допустим, ее контролирует или курирует какая-то уже, допустим, определенная, я бы не сказал крыша, но структура. Вот. Я думаю, что, например, в поставках нефти там никто даже не протянет туда и руку, и близко. Вот. А вот сотрудников, людей, которые пытаются, допустим, честно заниматься предпринимательской деятельностью и вывозить что-то, там, конечно, будут нахлобучивать по полной программе. Хотя это мелочь масштаба государства. Стоит отметить, что это тут еще надо отметить, что существует и криминал, который наживается на этом, то есть на провозе товаров или же, допустим, на фиктивном провозе, чтобы незаконно возместить тот же самый НДС. Вот, в свое время была известная категория преступлений, когда вывозилось якобы программное обеспечение, человек переезжал, оформлял все документы, что вот этот лазерный диск – это очень важная программа для геолого-разведочного оборудования, там еще там так далее. Соответственно, НДС оформлялся, и, соответственно, его возвращали. Это пример такой характерный, когда он с дипломатом выехал, и вот тебе пример возмещения. А некоторые даже не выезжали. Вспомните автомобили, которые мы экспортировали, они выезжали в нейтральные воды, и этот корабль возвращался тут же и разгружался. То есть здесь есть масса приемов. Есть, с одной стороны, вот как коллега уже отметил, это определенная смазка в нашей экономической деятельности, вот, которая уже тоже существует. То есть это есть персонажи, которые хотят воспользоваться этими лазейками, понимаете? И есть определенные лазейки. Вспомните, если тут куча документов, всегда можно ошибиться. Существует куча посредников, таможенных брокеров. То есть таможня – это большая система. Она объединяет из себя не только государственные органы, но и окологосударственные. Те же самые таможенные брокеры, таможенные склады и так далее, и логистику. Огромное количество заинтересованных людей. И вот здесь людей. Как раз, на этих этапах возникает множество. Когда у тебя штат 72 тысячи плюс еще 100 с чем-то тысяч человек, которые вокруг этой отрасли работают, это одно дело. И когда те же самые, допустим, Штаты и Китай, когда тебе вот надо иметь дело вот с несколькими людьми, которые достаточно прозрачны и за которыми можно, понятно, как бы, которых можно дорогие контролировать. Дорогие друзья, я как раз вот в свете этих слов хочу познакомить вас с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос мы задали. Что в наибольшей степени препятствует эффективной работе российской таможни? Деятельность контрабандистов 3%, несовершенное законодательство 8%, санкции Запада 3% и система олигархического компрадорского капитализма 86%. Евгений Юрьевич. Народ соображает. Я тоже, кстати, за последний пункт, разумеется, проголосовал. Как бы вы эти результаты оценили? Ведь действительно складывается впечатление, что деятельность таможни, по большому счету, всех устраивает. А то, что она не устраивает народ, всех бенефициаров, то, что не устраивает народ, так и ладно. Ну, народ не обманешь. В данном случае хотя бы та часть, которая заходит на ваш сайт, в общем, я думаю, в этом смысле отражает общую тенденцию. Я, в общем, тоже проголосовал именно за это, опять-таки, исходя из того, что
не бывает безхозяйных, бесхозных ценных ресурсов. У любого ресурса есть хозяин. Я категорически не верю, что на государственные, вообще на управленческие высокие посты попадают некомпетентные люди. Просто если нам не нравится или непонятна их деятельность, это означает, что мы просто не вполне представляем те реальные мотивы и те реальные задачи, которые перед людьми стоят. Владимир Анатольевич, а какие бы вы предложили реформы таможенной системы сейчас? Ну, вкратце, время программы подходит к концу, конечно. А вот я важный вопрос оставил. Буквально под конец. Два слова. Давайте. Уже все объявили, и мы вроде как двигаемся к информационной экономике, и очень близко придем к тому, что государство будет знать все обо всем. Во всяком случае, в налоговой службе сейчас настолько система поставлена, что они могут все угодно просветить. И это уже все давно восприняли. И возьмем пример Великобритании. Они создали единую службу налогов и таможенных пошлин. Одна служба. У нас есть две базы данных у налоговой службы и у таможни. Они между собой как-то коррелируют. Этого не нужно. В нынешней системе один налоговый чиновник может взять, узнать про предприятие все что угодно на одном экране, имея доступ к базе данных. Поэтому самый простой вариант – слить эти две службы. Значит, причем самое интересное, многие не знают вот, из зрителей, что таможенная служба – это не только люди на границах. Это еще таможенные склады, таможенное управление по областям, по субъектам и так далее. И там же есть налоговое управление. Зачем они работают друг с другом и ведут разные базы данных на одних и тех же людей, на одних и тех же предприятий. То есть это объединяется, работает одна система, и она работает правильно, разумно и прозрачно. Вы хотите перестроить 72 тысячи человек? А вы как же вкратце предложили бы реформы таможенной службы? Вот понятно, соединить ее с налоговой, мне кажется, это здравая мысль. Ну, это мое главное предложение. Понимаете, мне кажется, главное выделить наиболее крупные потери, которые мы ведем из-за того, что у нас вот... А у нас, поскольку сырьевая экономика, то мы как раз вот при экспорте сырья несем огромные потери. Угу. Так вот, что надо сделать? Это касается уже совсем другого. Вот Владимир Владимирович как-то сказал и довольно твердо сказал, что наши недра принадлежат государству. Народу. Так. Народу. Шили, государству. Шили вот народу, если да, это он до конца доведет, то что происходит? Пусть все нефтяные компании по тендерам, так как они работают, кстати, вкратце, время программы совсем вкратце подходит. Значит, да. По тендерам добывают нефть, вся нефть принадлежит государству, и оно само его продает. Без всяких акцизов, без всяких НДС, как Норвегия, как ОПЕК. Ну нет, есть разные страны, но во всяком случае большинство. И все. Вот добыли столько, 250 миллионов тонн, цена такая. Вы хотите обрушить сейчас рынок недвижимости на Лазурном берегу? Да, Александр Ильич, а вы как бы какие предложили реформы? Прямо в двух словах. Пока у нас есть перекос в сфере основном добывающей промышленности, и только декларируется развитие малого и среднего бизнеса, особенно в сфере там, обслуживания, в сфере мелкого предпринимательства, то есть мелкого производства. Пока у нас, если во всем мире основной доход принимает среднее предпринимательство и малый бизнес, основной доход и в том числе несет основное налоговое бремя в стране, то у нас несет основное бремя это нефтедобывающие наши, ну, и другие основные монополии, еще леса и тому подобное. Вот. Когда этот перекос будет действительно от декларирования перейдет действительно к реальности, я думаю, что сама система придет к выводу о том, что действительно надо будет и объединить, допустим, и таможню с налоговой, и сделать нулевые платежи, потому что не будут проходить товары нормально. И тогда уже будет этот перекос сам уже каким-то образом снят. Евгений Юрьевич, какие вы основные бы реформы вкратце предложили бы таможне? Ну, во-первых, я действительно считаю, что у нас имеет место, административно ругаясь, параллелизм и дублирование деятельности государственных органов. Вот, я просто не хочу повторять то же самое теми же словами относительно объединения налоговой и таможенной служб в какой-то части. Целиком, с учетом наших традиций, наверное, не очень получится. И самое главное, все-таки таможня
как один из элементов государственного регулирования, должна все-таки войти в систему, пока отсутствующую в стране, централизованное планирование и регулирование и управление экономикой в целом в дальнейшем. Просто как специалист скажу, что полноценно заменить систему управления на регулирование технически невозможно. Это попытка управлять автобусом, сидя на заднем сиденье, дергая за веревочки. Ну, в любом случае, мы видим, что реформы таможни, они должны быть достаточно радикальные, серьезные и глубокие. Безусловно, да. Она просто работает не в наших интересах, а в чьих-то... Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. На этом мы и завершим. С вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.